здесь. Отлично. В общем, я сейчас встану и пойду прогуляюсь. Когда я тебе позвоню, пойдешь за мной следом. Только не слишком близко, а то мы его спугнем. Гляди по сторонам. Может, кто-то отирается, следит за мной с какой-нибудь крыши, обращая внимание на все подозрительное. Ясно. Ух, ладно, пошла я. Ред Майонез тоже наблюдает, только сверху. Пожелай мне удачи. Все, можешь идти. Классное прозвище. Зеленое облако. Спасибо. Сокращается до ЗО. Такую подпись ты ставишь в письмах. Черт. Нашелся твой поклонник. Стой, где стоишь. Окей. Осторожнее там. И не убивай никого. Пожалуйста. Люмун, я ее нашел. Ее, говоришь? О, ничего себе. Ладно, поняла. Скоро буду. Она странно себя вела. У нее оказалась при себе пушка и твои фотки с выколотыми глазами. Как считаешь, убедительные доказательства? Ой, вообще-то тебе не следовало никого убивать, но так будет лучше. Именно. Слушай, я теперь должна позаботиться о том, чтобы не было огласки. А, деньги тебе переведу сразу, как только доберусь до дома. Обещаю. Не к спеху. Ладно, пока, Блюмон. Будь осторожна.
Thank you.